что называется? Сейчас просто идет подсчет всего проголосовавших досрочного голосования. А, скажите, а дальше будет рассказывать, вот посчитать? Нет, почему? Потом мы посчитаем количество бюллетеней, проголосовавших на дому, затем мы посчитаем количество проголосовавших в этот день, а потом уже... Извините, но в соответствии с частью 2 статьи 55 у вас осуществляется вскрытие ящиков для голосования и подсчет голосов, и первым вскрывается ящик, то есть вы должны вскрыть ящик и посчитать не только количество, но также провести подсчет голосов по кандидатам. Это статья 55, часть 2 кодекса. Наталья Ивановна, вы сейчас будете считать за какого кандидата отдельно, правильно я понимаю? Наталья Ивановна знает, что делать, я не указываю, спрашиваю. Может, не спрашиваю? Да, но я спросила про соответствие этих действий кодексу избирательному. Понимаете, человек нервничает, поэтому... Поберите, я совершенно спокойна. Можно спрашивать? Правда? Можно же спрашивать? Мы же не бросаемся, не лезем. Да, мы тут и так за... Видите, какая картинка красивая. Очень будет у нас очень красивая. Я думаю, просто ОБСЕ порадуется. То есть избирательный кодекс для нас не руководство в данном случае? Нет, почему руководство? Мы сейчас по кандидатам раскладываем таблички, которые я показывала, раскладываем. А, то есть вы раскладываете все? Да. То есть вы ведете отдельный подсчет, и нам сейчас огласите результаты, покажете? Подсчет мы огласим общий. А почему? Мы сейчас раскладываем. А почему общий? То есть мы не видим листовки, мы не видим бюллетени. Свободнее, чтобы люди не думали, что мы тут закрываемся. Но мы все равно не можем видеть, что обозначено в бюллетене, поэтому...